35-мм светосильный фиксный кор для фотокамер Nikon с байонетом Nikon F. Перед нами стандартный светосильный фикс-объектив для фотокамер Nikon DX. Он выпускается с 2009 года и предлагает умеренный угол обзора до 44 градусов по диагонали кадра. Но главная его особенность – большая светосила при значении диафрагмы 1,8. Поставляется объектив в фирменной упаковке и комплектуется велюровым чехлом для транспортировки, а также документацией. Объектив выполнен в пластиковом корпусе с пластиковой резьбой под светофильтры и металлическим байонетом. Все крепления помечены соответствующими метками. Со стороны байонета предусмотрен уплотнитель, который говорит о том, что объектив имеет базовую защиту от проникновения пыли и влаги внутрь корпуса. Кольцо фокусировки прорезиненное. Также на корпусе разместился двухпозиционный переключатель режима фокусировки. Однако обратите внимание, что в данной модели нет кольца управления диафрагмой и не предусмотрена шкала глубины резкости. Для наведения на резкость используется бесшумный ультразвуковой мотор. Сам моторчик встроенный, поэтому объектив может использоваться на любых цифровых и зеркальных камерах Nikon. Во время фокусировки передняя линза остается неподвижной. Задействуется лишь задняя группа линз. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 30 см. Конструктивно объектив устроен несложно. Здесь 8 оптических элементов в 6 группах, включая одну асферическую линзу. А использоваться такая оптика может как на полнокадровых, так и на кропнутых камерах. При этом эквивалентное фокусное расстояние для кропнутых камер Nikon будет составлять 52,5 мм. Что в итоге? 35-мм Nikkor по-настоящему светосильный фикс для фотокамер Nikon DX, который позволяет получить мягкий эффект боке. Аналоги имеют меньшую светосилу, но при этом привносят меньше хроматических аберраций в построении кадра.